В последнее время набирает популярность процедура по отбеливанию ануса. Делается это, скорее всего, из каких-то эстетических соображений, потому что хозяин-барин, каждый решает, как ему быть красивым, где ему быть красивым и что ему для этого предпринять. Хочется обратить внимание на то, что эти процедуры тоже должны выполняться опытными косметологами или опытными медсестрами-эстетистами, ну, либо врачами-дерматовенерологами, если они будут этим заниматься. Анус – это, короче, жопа, вот непосредственно сама дырочка. Ну, она имеет, наверное, цвет темного шоколада. И вот некоторые эстетки, чтобы продать подороже, я так подозреваю, что именно среди прекрасного пола такая процедура наиболее популярна, чтобы продать подороже, ходят и отбеливают. Мне хотелось бы, конечно, узнать, а чем именно? Доместосом или там просто белизной? Блин. Ну, что только люди не придумают, чтобы побольше заработать. Особенно некоторые богини. В общем, дойдет у вас, если до этого дело-то. Будет у нее слишком светлое. Ну, спросите, а что отбеливало, чем отбеливало? Какой кошмар, это уму непостижимо. Просто остановите планету, я сойду. Жесть вообще, в общем, ужас. Берегите себя и будьте счастливы.